Итак, здоровый мужик приходит в пивбар. Девочка, кружку пива. Официантка, одну секундочку. Приносит ему кружку пива и подставочку под пиво, небольшую такую квадратненькую, ну все знают. Он выпивает, повторить. Конечно. Приносит вторую кружку, подставочки нет. Она понимает, что взял на память, ничего страшного, подставки привезли в прошлую среду, 16 килограмм не убудет. Она приносит еще одну подставочку, повторить. Она приносит еще одну кружку, второй подставки тоже нет. Думает, больше не принесут, жлоб, не напасешься. Следующую кружку приносит без подставки, а у нее реакция, опа, не понял, а где печенюшка? Три. Иностранца заходит в офис серьезной компании и встречает директора на предмет доставки унитазов шведских на 17 лет. Встречает директор, видит такие пришли авторитетные фирмачи. Он пытается говорить по-английски. Hi, nice to meet you. Sit down, please. Just a minute. И разговаривает с секретаршей на громкой связи. Наташенька, мне, пожалуйста, рюмочку коньячку, этим трем козлам чай. Один говорит, двум козлам, я переводчик. Женщина едет в трамвае с работы, уставшая. И вдруг подходит такой дядя в восьмиклинкой, в бушлате, импозантный, в сапогах. И задает такой вопрос ей. До депа? Что? До депа? И она понимает, что перед ней самый настоящий француз. Даже профиль такой де Голля, породистый такой. Она понимает, что надо мудочка склеить. Возможно, это путь в Париж, Мормарт, Елисейские поля, Эйфелева башня. Все рядом, все возможно. Она обращается к нему на чисто французском языке. Учила французский в школе, поэтому знает досконально. Je le vois. Balikud jimla sujet ke tofite. Je la fouchi d'abord de vio. Nera la fouchi besobe la fitte ko. Didi da basora. Je la fitte fitte ko la kachi kula posefo. Oui. Я спрашиваю, до депа? В смысле? Что в смысле? Трамвай в депо идет. Молодая пара, жена говорит, Артур, если я умру, ты вновь женишься. Тамара, что за тексты смурные? Чего ты умрешь? Чего? Вот представь себе, вдруг умру. Ну и что? Ты женишься? Да не женишься никогда в жизни. Я люблю только тебя. Не женишься. Она будет спать в моей кровати. Никогда. Я буду спать один и вспоминать про тебя. Она будет носить мою одежду. Не будет никто никогда носить твою одежду. Она будет ездить на моей машине. Нет, а у нее прав нет. Полиция стучится в дверь, открывает мужичок. Обыск, вот ордер. До нас зашла информация, что вы продаете наркотики. Пожалуйста, обыщите. Облазили все, ничего нигде не нашли. Один ковер посредине. Ковер? Ковер. Что там? Да ничего, ковер. Поднять ковер. Поднимает ковер, там гайка вот такая. Что такое? Гайка. Сейчас тебе будет гайка. Открутить. Откручивает гайку, грохот страшнейший такой, валится что-то. Что такое? Я не знаю, там внизу кинотеатр, я думаю, люстра отвалилась. Женщина заходит в аптеку, аптекарь. Слушаю вас. Мне нужен цианид. Зачем вам цианид? Я хочу отравить своего мужа. Я не продам вам цианид. Она говорит, нет проблем. И сумочки достает фотографию, протягивает аптекарю. На фотографию ее муж с женой аптекаря в кровати. Аптекарь реакция. Оба-на! Что ж вы не сказали, что вы по рецепту? Мужик возвращается непонятно откуда, поздно ночью, жена ему. Где был? В бильярд играл. 3 часа ночи. Ну, шары плохо ложились в лузу. Быстро в кровать! Он ложится в кровать, ему смс на мобильный телефон. Он берет мобильник, заходит в ванну и закрывается, читает. Это было потрясающе, ты чудо, фантастика, мне очень понравилось. Давай повторим это еще раз. Он отвечает, мне тоже понравилось необычайно. Давай повторим это завтра. На-да-да-да-да-да. Довольно ложится в кровать. Жена ему, где был? Ха!
в музее, в ванной, естественно, где еще? Что делал? Руки мыл. Мобильник мой зачем брал?